Всем привет! Сегодня у нас 18 июля, середина почти лета уже. Тут у нас самочка сидит, опять залезла. Но еще кормит птенцов, я поэтому не хочу от Саши. Еще недельку и уберу их. Вот такие вот зелененькие, желтенькие тут подросли. Он просит все. На следующей неделе я их, наверное, буду отсаживать. Вот самечек туда в гнездо лезет. Такое у нас прибавление. Так, что у нас? На улице лето, вон все цветет. Красота. Синенького там подрастает, должен уже вылететь. Сейчас покажу, кто там. Вот самочка вылетела. Сейчас открою, посмотрим, кто там. Вот такой птенчик. Наверное, серебро будет. Уже там и яйца нанесли. Думаю, уже вылетит на этой недельке. Такой вот. Было три птенчика, ну два еще маленькие умерли. А этот вот выжил. О, самец волнуется. Ладно, не будем там долго лазить. Вот эти самцы у меня, вон уже какие вымахали. Самочки-то. Самец пошел проверять за мной, все нормально там или нет. Или кормить пошел. Сейчас посмотрит на месте, нет там, не забрали никого. Да, подорожник, колоски подорожника, они тоже грызут во все. Ну, он прям как чумизу. Подсыпал им скорлупы тоже от яиц, они тоже только так любят есть. Птенчик уже там вылазит, голову высовывает. Испугался меня, обратно залез. Ну, думаю, вылетит не сегодня, не завтра. Вот эти колоски подорожника, они только так трескают. И колоски все подряд едят. Тут у нас банда вон спустилась тоже. Ну, как выгрызает они. Thank you.
Ну, вон птенчик голову высунул. Папаша прилетел кормить. Скоро вылетит. Вон эти тростники опять. Закинул я их в клетку обратно. Вот они у меня тут все таскают. Вот, пролетели на пророст. Здесь тоже он пророст выбирает. Ух, всех напугал. Не часто заходишь их от ВК. Когда почаще, как-то они не такие шумливые. Прям боятся стали. Время мало уделяют. Синий прям красивый, грудка у него прям наливается аж. Вон там шпана мелкая бегает, тут ковыряет. Самочку черную закинем сюда, посмотрим, уж выберет он. Красный самец бесхозно летает. Может подружиться. Летели на это. Прямо они хорошо грузят эти колоси по дороге. Самички мои тоже спустились. Целая банда. Сейчас он тоже скорлупу насыплю, что-то забыл всем давать. Здесь все он тоже спустились пообедать. Пока я убирал тут клетки, блядь, проголодались.
поехали пить. Где учат заодно птенцов, где пить, где купаться. Вот уже знают, где водичка. Самочка синенькая прилетела, птенчика покормить своего. Она уже свою головешку высовывает. Все, пошла. А, вон головешку свою высунула. Уже большой лоб не спрятался. Вон там в уголке сидит. Молодежь копается. Он подсыпал нам скорлупу. Они ее будут грызть. Самичек опять на эти колосочки. Надо побольше наровать. Там сейчас их много. Пусть грызут. Ну, на этом наш обзор подошел к концу. Все, всем пока.